Доброе утро всем. Как спалось? Я сейчас еще раз напомню о том, что входит в этапы основного ухода. То, что вы вчера прочитали, это хорошо. И я знаю, что вы смотрите за тенденциями на рынке, но и как представитель, партнер компании Oriflame, я вам вкратце об этом расскажу, что мы используем шведскую линейку. Шведы, они консервативные и очень инновационные. Это скандинавские северные народы. Они ближе к нам. Но в мире есть еще такие нации, как... народности, как японцы, китайцы, они считаются очень моложавой нацией, потому что если вы поставите перед собой или посмотрите на женщину 30, 40, 50 лет той нации, вы вообще не поймете, сколько ей лет. Там другая культура ухода за лицом, за кожей лица, просто потому что это этнически так заложено. Там начинают с 5 лет ухаживать уже за кожей. И мы видим, насколько их лица менее подвержены увяданию, чем, скажем так, наши. Благодаря косметике Oriflame мы тоже поддерживаем состояние своей кожи в очень прекрасном виде. Так вот, в чем разница? Те ухаживают, и скандинавы ухаживают. Но у скандинавов есть лаконичный взгляд на жизнь. Они делают это минималистично, но очень эффективно. Скажем так, мебель IKEA, она простая, но она очень многофункциональна и приемлема по цене. Да? Если взять тот же ЗОЖ, это они придумали скандинавские палки. Если взять... такой стиль в интерьере, это лаконичность, нежный серый оттенок. И вроде все есть, и диванчик, и стульчик, и шкафчик, но так все спокойно и лаконично. И вот наша вот эта вот линейка, она как раз и разработана тоже для ежедневного базового ухода. Здесь минимум, что нужно человеку. Это два в одном эмульсия, это сыворотка, это уход за кожей век и дневной ночной. Да? Всего лишь 4 шага, как мы говорим. Азиаты, они... говорят о 10-этапном уходе за кожей. Но если посмотреть, мы все эти этапы как раз и используем в Oriflame. Только они у нас называются как дополнительный уход. И вот второй день нашего марафона я как раз и хотела посвятить именно дополнительному уходу. Вы наверняка уже видели, что неотъемлемой частью и моего ухода, и ухода специалистов это является глубокая очистка. Аппарат можно использовать 2 раза в день. Можно хотя бы один раз, потому что количество оборотов, которые 12600, которые обращается эта щеточка, они никак не могут заменить то, что вы делаете руками. Щеточка очищает глубже. Дополнительно идет после умывания эссенции, умывания гель-тоника, обязательно эссенция. Это глубокое увлажнение с гиалуроновой кислотой. Аналоги на рынке стоят очень много. Дальше что я использую? После увлажнения необходимо смотреть по состоянию кожи и использовать какую-либо сыворотку. Да? Если есть проблема купероза, то я беру, обязательно у меня есть такое. И поэтому я периодически использую вот этот вот крем, которые от красных прожилок на коже. Если же появились какие-то жирные блески или воспаления, что у меня редко бывает, то это я для детей взяла, то вот это как бустер использовать по одной капельке, да, на лицо, это распределяется как вот такая жидкая эмульсия. И снимает жирный блеск, причем вот это можно даже наносить на сверху макияж, если он у вас в течение дня есть, и вдруг вы почувствовали, что начало что-то меняться в лице, вы начали там потеть. Вот это скорая помощь в вашей косметичке, почему? Потому что она нейтрализует отдельно взятые какие-то покраснения, какие-то воспаления, которые бывают в период ПМС или еще какой-то несчастный случай произошел. То есть это все уход и глубокое поддержание кожи. Невозможно это сделать, опять же, без пилинга и защиты от солнца. Пилинг 2 раза в день. Если вы используете пилинг, обязательно нужно SPF 30 или 50 дополнительно к вашему дневному крему, к любому дневному крему. Потом вы перед выходом на улицу, вам необходимо нанести тональную основу, это одежда для лица, да? И мы используем, конечно же, праймер для переходный мостик такой между уходовой косметикой и декоративной. Скандинавы приучили нас ухаживать еще и за кожей губ, чтобы меньше было прожилок и губная помада не текла. Сейчас не сильно из-за масочного режима люди пользуются губными помадами. И поэтому очень хорошо использовать вот этот вот увлажняющий уходовый карандаш для губ. Просто гель с пантенолом для ресниц и бровей, которые можно хоть под тушь, хоть вечером после умывания наносить на чистые ресницы. И это будет питать ваши корни и луковички волос. Вместе с после этого, когда вы нанесли праймер и поухаживали за кожей губ, мы наносим кушон. Да, это новые технологии. Ой, Господи. Совершенно необыкновенное чудо, которое совмещает в себе тональную основу, увлажнение, гиалуроновую кислоту, защиту и очень легкую текстуру. То есть это самое высшее проявление тональных основ сейчас. Дополнительно ко всему регулярно важно использовать маски для лица, питать, увлажнять. Корейцы используют это буквально каждый день. У нас NovAge со скидкой восстанавливающая маска в следующем каталоге. Их необходимо использовать это как десерт для кожи, хоть утром, хоть вечером, смотрите по состоянию. Вот вы когда чай пьете или кофе, вам же хочется чего-то вот, либо сладенького, либо бутербродик, но с чем-то. И коже хочется тоже, хоть весь комплекс есть, но еще и важен десерт. Вот десерт это, конечно,
маски, маски. И самая уникальная маска – это ночная маска, которая пахнет красавчик, да господи, которую можно не смывать. Но когда вы на утро после нее просыпаетесь, у вас кожа младенца, у вас просто восхитительное ощущение кожи. Дополнительно скульптор декольте на кожу шеи и вот всю область подтяжка. Подтяжка используется. И крем для рук с SPF 25. Это то, что вам очень хорошо может омолодить ваше лицо. Это не значит, что это все нужно сразу. Все по очереди покупалось по глубоким скидкам, но для себя любимой. И вчера возникал вопрос о смене серии. Конечно же, я меняю серии по мере необходимости, желания этого вопроса, который необходимо сейчас мне использовать. И есть и коллаген, и ультимейт, и тайм-реверсинг. И необходимо белую от пигментации использовать обязательно вот сейчас по осени, потому что в течение лета мы все набрались мелатонина. И True Perfect для увлажнения просто вот в течение лета можно использовать для любой кожи. То есть варьировать. И нас на курсах этому обучали. У меня есть вот такое удостоверение Oriflame по квалификации «Будь бьюти-стилиста». Вы обращайтесь, я вам обязательно помогу.